улетела. Ты чего? Ну, тебе более лояльно они подойдут, да? Ну, уголек только сможет подойти. Уголек? Ну. А это не подходит? Нет. Идем, идем. Иди сюда. Пьяна. Пьяна, пойдем, подойди. Идем, идем, иди, иди сюда. Идем, познакомимся с тобой. Уже худеете к лету. Да. Идем, идем, смотри мясо. Сишка. Что, у меня пэта? Так это означает типа агрессию у собак, которые... Акел! Ну идем! А ты чё? Слушай, ну с Ракшей опасно играться. Этот я вижу дрожжевую. Смотри на неё. Осторожно с ней там. Видишь, она? Не, он-то нормально. Она просто... Чё там, такая, не это, на взводе. Нормально? Нормально она? Дюм, я хотел тебя обнять, с тобой пообниматься. Здоровяк. А? Ну подойди к Кириллу хотя бы. Ну, этот видно, экстерьерный прям. Ну ты чё? Акел! Тут можно фотографировать след. Ну вот, по-моему, вот это Акел. Так, где вы, ребятки? Акел! Акел! Он понял, походу, что мы хотим. Он эти играет. О, кто-то приближается ко мне. Походу, это волки. Ракша приближается. Они не прыгают, да, на сетку? Вот так, ну, не пытаются перелезть. Нет. Так. Он что-то в ноль внимания, как будто вот специально не реагирует. Ну? Слушай, что-то я ее от одного вздоха, мне плохо становится. Они так целый день бегают. Ну да, нагрузка есть хорошая, и развитие, и все. Тут это полностью не прыгают там. Смотри, смотри.